Оставить после себя заметный след мечтают и надеются многие. Но мечтать недостаточно. Этого можно добиться только каждодневным и целенаправленным усилием. Джамал Ташибекова – одна из легендарных фигур, нашедших свое место в кыргызском обществе. Сегодня, в 80-летие Джамала, была отмечена с церемонией правительством Кыргызстана. От имени президента Кыргызской республики, спикера парламента и премьера, а также госчиновники и ученые, представители интеллигенции и многие гости выразили свои искренние пожелания и поздравления легендарному кыргызскому дипломату. Джамал Ташибекова – верный человек, который получил признание общественности. Джамал Чуйбековна Ташибекова, бывший член КПСС с 1961 по 1991 годы, заместитель председателя Совета министров, министр иностранных дел Киргизии с 1980 по 1986 год, директор дирекции Дома дружбы Государственного агентства культуры при правительстве Кыргызской республики, избиралась депутатом Жогорку Кенеши трех созывов, член Союза ветеранов ВОВ, МВД, Вооруженных сил, Министерства обороны, ветеранов труда и тыла, почетный гражданин города Бишкек, чрезвычайный и полномочный посол. Джамал Чуйбековна, вас в Кыргызстане считают легендарной женщиной, женщиной-дипломатом. Что вы думаете по этому поводу? Ну, видимо, по этому поводу есть какие-то основания, потому что я очень, можно сказать, большой период жизни работала на таких должностях. Ну, я, кроме того, что я работала министром иностранных дел, я работала председателем общества дружбы Кыргызской республики с зарубежными странами, работала председателем комитета семьи, женщин, молодежи. Вот это все как-то, оно у меня было все время связано с отношениями между народами, между даже теми, которые у нас в республике живут. И все это откладывало определенное впечатление у людей о том, что я вот такой дипломат. Но я в то же время получила ранг посла, чрезвычайно полномочного посла. И поэтому весь народ как-то знал, видимо, привыкли, и часто вот такие вот изречения бывают. Но я горжусь тем, что люди вот так вот оценили, говорят. В то же время я считаю, что я просто выполняла работу, возложенную на меня вот руководством республики в то время. Ну, я думаю, для того времени такие женщины, как вы, это можно было считать на пальчиках, правильно? Вот не так много было таких женщин. Ну, я не могу сказать, что у нас совсем мало было, потому что, когда меня послали на беседу, оказывается, нас проверяли, вот на министра иностранных дел, 8 кандидатур с республики поехали, вот и я в том числе, 8. Всех нас 8 посадили в один самолет, мы прилетели в Москву, нас разобрали по разным
отделом ЦК КПСС и так далее. В разных местах мы там были, у разных руководителей. А потом, когда приехали в республику, через 2-3 дня, оказалось, это я выбрана из них. А я даже не знала в Москве. Вот, и я даже не знала, зачем. Я думала, ну, нас работу спрашивали, что делаете, то все, про республику спрашивали, про дела. Ну, конечно, вот так как-то очень строго было. Но тем не менее, а я отвечала, я ничего не боялась, потому что, а что мне бояться? Начала я работать на производстве, 8 лет на фабрике работала, среди рабочего класса. У нас была уже у меня выработана привычка говорить правду и в глаза, и ничего не бояться, никого не стесняться. Джамал Ташибекова многократно была награждена орденами и медалями за служение Отечеству. Ташибекова сыграла ключевую роль в установлении дружественных отношений между СССР и Китайской Народной Республикой, которые серьезно обострились в конце 50-х годов с последующей кульминацией противостояния, пришедшего на 1969-й. Это во время беседы легендарная женщина-дипломат с улыбкой вспоминает о том, как ей удалось провести политику разрядки отношений между двумя крупными державами, но тогда она рисковала. И рисковала она многим, вплоть до отстранения от должности. Однако все сложилось удачно. Джамал Чуйбековна убедила больших советских боссов в том, что вынесенные Китаем предложения на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в 1980 году заслуживают внимания и поддержки. В итоге члены советской делегации во главе с министром иностранных дел Андреем Громыко единогласно проголосовали за китайские предложения по социальным вопросам. По словам кыргызского дипломата, настоящим фурором было то, что примеру СССР последовали все социалистические страны, как и другие страны-члены ООН. С этого момента и начался период оттепели в отношениях. Но Джамал-эджей никогда не придавала большое значение тому, что открыто призывала Союз поддержать Китай на Генассамблее. Просто она делала свою работу. Ее работу в Нью-Йорке высоко отметили и оценили. Джамал Ташибекова с 1980 по 1986 год трудилась заместителем председателя Совета министров, одновременно являясь министром иностранных дел. В ее активе также должности заместителя председателя Фрунзенского горисполкома, председателя президиума Кыргызского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами. Еще она возглавляла Госкомиссию по делам семьи, женщин и молодежи при правительстве, Федерацию женских организаций. Сегодня Джамал Чуйбековна уже перешагнула свой 80-летний рубеж, но, несмотря на почтенный возраст, она старается быть в тонусе и много работать. Джамал Чуйбековна родилась 29 августа 1937 года в городе Фрунзе в семье рабочих. Отец девочки погиб под обвалами строящегося дома, когда малютке едва исполнилось 2 годика. Смерть мужа подкосила здоровье мамы маленькой Джамал, которая всю жизнь работала воспитателем в детском доме. Ведь до этой трагедии ей пришлось пережить смерть собственных детей, умерших от кори. Когда в возрасте 6 лет заболела корью и Джамал, единственный ребенок, оставшийся в живых, то ее мама слегла от горя. Молодой женщине и девочке не дали умереть родные сестры, тети Джамал. Девочка росла очень смышленная, и по-настоящему ее способности проявились во время учебы. Она всегда старалась и старается внести свой вклад в дружбу народов. Услуги никогда не будут забыты. Если в этой жизни есть уникальная красота, это ваше сердце, Джамал-эджей. Пусть ваша жизнь станет красотой вашего сердца. Thank you.
Сегодня вашей бабушке юбилей. Что пожелаете бабушке? Ну, во-первых, я хочу сказать, что для всех она великий человек. И она очень сделала многое для нашей страны, для Кыргызстана. И делала в советское время для Советского Союза. Но для нас она всегда остается нашей самой родной, самой дорогой и близкой, и близким человеком остается. Мы ее очень любим. Мы очень рады, что у нас сейчас проходит вот такое мероприятие, что ей исполнилось столько лет. На самом деле, я считаю, что это Бог даровал человеку прожить столько лет. Я очень люблю бабушку. Я ей желаю здоровья, счастья, чтобы она всегда была рядом с нами, чтобы видела все наши успехи, праздновала вместе с нами, всегда радовалась и всегда была в здравии. Мы все считаем Джамал Эже легендарной женщиной-дипломат. А вы как? Конечно, я этим очень горжусь. Я очень горжусь тем, что моя бабушка является великим дипломатом, дипломатом с большой буквы. Таких людей сейчас мало осталось, живых, к сожалению. Вот. Она очень много историй рассказывала из своей жизни. Вот. Я тоже работаю в этой области. Да, я именно, возможно, именно из-за своей бабушки пошла работать на этой стезе, да. Желаю удачи. Спасибо. Дай Бог, Джамал Эже, 100 лет, да. Чтобы мы все вместе исправили ее столетие.